долго готовится Лори к выполнению первого штрафного броска. Также долго к выполнению второго и также тот. Нэш после двоечки сохраняет ведение и таки находит Ворика. Находит под кольцом после такой... Скаглу в трехсекундной зоне поспорили за мяч. Туркоглу отталкивал Корвера, тот в свою очередь Федо. Не достался ни тому, ни другому. Феникс Санс, ну или потери Чикаго. Дадли. Ворик. Джош Чилдерс появился под первым номером в составе Феникса. На повторе все точно видно. Инициатором столкновения был сам Туркоглу. Другое дело, что будет вместо Джеймса Джонсона кто-то. Разочек попал со средней дистанции, хотя, в общем... Толком распорядиться, как, впрочем, и чикагцы в ответной контратаке. Очень много ошибок, а Ворик продолжает... Ворик точен. В общем, жизнь-то будет налаживаться. Нэш. Ворик. Смело ныряет. На любой вкус мячи, броски. Вот это последний. Набранных очков 9 у Лола Денга. Максимально это, если мы говорим о Чикаго. У Феникса по 9 Ричардсон. Нет, не по 9, а просто 9 Ричардсон. А во второй как-то, ну, не то чтобы скисает, у них не получается игра. И они чаще мажут, нежели попадают. 5. Хил на Ричардсона. Джейсон. По-моему, именно он попадает, хотя сейчас вот все-таки еще не появился, а вживую, как видим, он уже есть. Ворик. Фрай! Ах, Хаким. Нэш. Ворик сам уже не бросает, исключительно ассистирует. Но с его передач забивают. Джейк 20 с лишним, наверное. 123 на 115.